Важной целью данного мероприятия было вдохновить молодое поколение на изучение истории своей страны, в том числе подвигов и трудностей, пережитых их дедами и прадедами в годы войны, которые отдали свои жизни за мирное будущее, столкнувшись с тяжелейшими испытаниями и трудностями на фронте и в тылу. Учащиеся активно изучали историю этого праздника, что позволило им глубже понять его значение. В ходе мероприятия ребята представили стихи, исполнили песни, наполненные патриотическим духом. Также были продемонстрированы танцевальные номера, добавившие яркости и разнообразия в праздничную программу. Для укрепления патриотических чувств и развития интеллектуального мышления учащихся руководство школы организовало встречу с членами Союза моряков Кыргызстана. В настоящее время в городе Бишкеке Союз насчитывает более 200 членов. Праздничные мероприятия, проводимые Союзом, включают в себя встречи со студентами и школьниками, где передаются опыт и истории тех, кто прошел через войну. Сегодня мы, члены Союза моряков, встретились с молодым поколением, чтобы поделиться историей наших предков и героев войны. Мы считаем важным передавать знания и ценности следующим поколениям. Пусть на земле будет мир и спокойствие. В этом году отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой значимой даты подобные мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы сохранить память о подвигах предков. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК, Чуй.